На Земле обитает почти 3500 инвазивных видов растений и животных, которые вредят глобальному биоразнообразию. Каждый год человечество теряет из-за них 423 миллиарда долларов, говорится в новом докладе ООН. О том, какую опасность представляют чужеродные виды, расскажет моя коллега Жанна Хусаинова. Инвазивными видами называют прибывшие извне и угрожающие местной экологии виды растений и животных. Например, гиацинты, заполняющие рыбные водоемы, или змеи, которые повреждают линии электропередачи. В последнее время количество таких паразитов значительно увеличилось. Более того, именно они причастны к вымиранию 60% исчезнувших животных и растений, считают ученые. Почти каждое сообщество так или иначе пострадало от инвазивных видов. Многие из них – насекомые, млекопитающие и даже грибы. Например, сейчас Соединенные Штаты имеют дело с распространением смертоносного гриба. Команда из 86 ученых из 49 стран работала над исследованием в течение 4 лет. Они пришли к выводу, количество инвазивных видов растет с огромной скоростью. Начиная с 1979-го, каждое десятилетие экономические потери, вызванные чужеродными видами, увеличивались в 4 раза. Трагедия с пожарами на Гавайях в том числе связана с распространением там некоторых африканских трав, которые изначально на острове не росли. Они привыкли к другому климату, а в сочетании с экстремальной погодой это привело к ужасным пожарам. Исследователи говорят, большая часть распространения происходит непреднамеренно и вызвана международными перевозками. Однако именно глобальное потепление, по мнению ученых, ускоряет этот процесс. По прогнозам, в ближайшие годы урон от инвазивной флоры и фауны продолжит расти. Жанна Хусаинова, Хабар 24.